конфликтных ситуаций никогда таких не было. Мы решаем вопрос, стараемся решить всегда в пользу покупателя. Клиент начал переходить все границы дозволенного, то есть вышел за рамки, нецензурно выражался, оскорблял, перешел на личности, угрожал жизнью и здоровью, значит, стучал по столу, перемещал монитор, стучал по колонкам, по тем, которые он принес, швырял эту коробку, после чего схватил ручку, находящуюся в кабинете директора на проводе, и бросил ею в лицо администратора.